Солнечный март. Это мой день, мое утро. Петровский пассаж. Боско, ресторан на первом этаже. Русский борщ, русская кухня в ресторане Петровский пассаж. Вот, не глиняя. Старинный ресторан. Окна с тяжелыми портьерами. Вот эти пальмы, гнутая мебель, белые скатерти, посуда. Все изысканно. За окном весна. Весна в Москве. Есть просто. Расписной потолок какой красивый. Ну да. Вот это пирожное Анна Павлова. Не только внешнее. Изысканно, красиво. Безе, фрукты. Но подается еще на итальянской посуде. Старинные фирмы. А столовые приборы – это фирма Борджиа. Итальянская старинная фирма еще времен Средневековья. Чайная посуда тоже итальянская, скатерти и вот этот соусник чудесный. А роспись в потолке сделана той же фирмой, что и посуда. Рисунок совпадает на тарелках больших. Очень изысканно все. Все имеет значение. История во всем. Интерьер воссоздан. А как в Париже кафе Наполеон. Вот точно заимствовали вот тот стиль, мебель, расстановку и все традиции. Из парижского кафе «Наполеон».